Здравствуйте, меня зовут Абрамова Юлия, мне 28 лет, я окончила ГИТИС, режиссерский факультет, мастерскую Александра Галибина и Игоря Яцко в 2022 году. Я занимаюсь в каскадерской школе Сэнши Ниндзя School, а также состою в каскадерской команде Сэнши. Готовлюсь стать российской экшен-героиней. У меня есть опыт съемок в кино и в рекламе. Также я работала в разных театрах Москвы и Московской области, являюсь участницей лаборатории при театре Школы драматического искусства. Хотела бы сняться в исторической картине, в экшн-боевике, в приключенческом боевике. Да и вообще, мне интересны, в принципе, все проекты, но хотелось бы упор сделать именно на те, что я перечислила. Катаюсь на сноуборде, на велосипеде, хожу в спортзал, бегаю. Люблю готовить. Большое спасибо за внимание. Буду очень рада увидеться с вами на съемочной площадке. Всего вам хорошего.